Меня зовут Владимир Родионов, я инструктор лагеря «Большое приключение». И мы продолжаем нашу серию занимательного туризма. Сегодня я вам расскажу о том, как можно открыть консервную банку без помощи ножа, открывашки, либо какого-либо другого инструмента. В походе может произойти что угодно. Ну, если взять самую экстремальную ситуацию, когда, например, произошел авертиль катамарана, все вещи утонули, вы выбрались на берег, и у вас совершенно случайно на берег выбросило какую-то банку, какой-то едой. Что делать? Как открыть эту банку? У вас нет ножа, у вас нет топора, нету никаких. Зубами не очень. Каким образом это сделать? Как говорил Жюль Верн в своем произведении «Вокруг света за 80 дней», используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Сейчас мы воспользуемся этой мудростью и откроем банку при помощи подручного камня. Камни вы можете найти практически везде. Основной принцип открывания банки при помощи камня. Наша задача будет тереть вот этот ободок консервной банки до тех пор, пока он не сотрется. Тереть об камень. Ну, приступим. Конечно, камень лучше всего найти наиболее плоский, чтобы поверхность стиралась равномерно. Но тем не менее, какой есть под рукой, более-менее плоский, тоже подойдет. Так, продолжаем. У меня уже появился сок от фасоли на камне. Жесть уже протерлась, но еще не везде. Поэтому продолжим. Еще потрем. Чем сильнее вам хочется есть, тем эффективнее нужно тереть банку. Вот. Практически все. Теперь нужно найти какую-нибудь палочку или еще что-то, чем поддеть. Поддевать можно просто головами сюда. Вытащить крышечку. Ну и чтобы не есть руками, все-таки мы цивилизованные люди, из крышки под банки делаем небольшую ложку. Совсем требовательных можно сюда еще прицепить какую-нибудь палочку. Но мы уже... Вот такое нехитрое знание позволит вам выжить в экстремальной ситуации. Спасибо всем. Смотрите нас на сайте Pro Camp Group. До новых встреч.